все эти ужасы, которые происходят в России, могут произойти здесь, если этот закон примут. И поэтому, ну, как россиянину, мне кажется, очень важно показать свою солидарность. Очень страшно, когда я увидела новость о том, что принимается закон об иноагентах, и в частности я поняла, какая у них формулировка, а еще и мотивация правительства. Я поняла, что это повторяется один в один вот наш сценарий российский. И самое страшное, что мотивировка правительства именно такая же, как нашего российского правительства. Очень боюсь, я просто видела, как страна медленно, но все-таки скатилась в диктатуру. И теперь я вижу то же самое, только в гораздо более ускоренном режиме в Грузии. Здесь возможно то, что невозможно в России. Здесь есть народ, здесь есть народная воля, здесь есть требования, которые люди выдвигают. И это такой воздух свободы, в который ты внезапно окунулся, а в России ты думал, что это невозможно. Мне кажется, так же потихоньку начнется и будут гайки закручиваться. Ну, конечно, я думаю, Грузии не нужен этот закон, плюс стремление к Европе, это очень круто.